Какую сумму вы готовы потратить, чтобы подарить подарки парню, родным, близким? Я? Ну, наверное, я безгранично всех люблю, поэтому я бы хотела бы подарить что-то особенное. И если это особенное будет стоить много денег, то я готова потратить много денег. Ну, маме букет за 6 тысяч планирую. Около 5 тысяч. Кому будете дарить подарок? Жене. Какой подарок? Следующий раз. Да даже, не знаю, цветы там, кольцо какое-нибудь. Купила мужу красивый халат, махровый. Какой угодно. Какой захочет мой молодой человек? Уже потратил 5000 рублей. А что купили и кому? Виниловая пластинка. Что для вас важно в отношениях? В отношениях взаимопонимание, любовь. Доверие, нежность, внимание. Внимание, любовь. Просто любовь, чтобы она была.